Кривом Роге утечка хлора на местном водоканале во время переливания реагентов в трубах не выдержал уплотнитель. В результате в воздух попало около 30 килограммов хлора. Образовалось облако площадью примерно 100 квадратных метров. Спасатели быстро ликвидировали эту аварию, сбили облако, чтобы оно не накрыло населенные пункты. Ближайшее – это село Радушное. Оно находится в 5 километрах от водоканала. Эвакуировать людей не пришлось. В больнице с подозрением на отравление находится одна сотрудница предприятия. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Отделениями было выполнено работы с применением специальных костюмов химической защиты. Прежде перекрыта основная была задвижка, включение водяных завес и подача воды для охлаждения и осаждения остатков.